5 марта 2022 года Департаментом по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области вынесено постановление о наложении административного взыскания в отношении директора одной из школ области, статьи 409 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, а именно привлечение педагога к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями, и истребование у учетности либо информации, не связанных с должностными обязанностями педагога. Об этом рассказали журналистам на площадке региональной службы коммуникации на брифинге. В целях создания благоприятных условий для педагогической профессиональной деятельности министром образования и науки Республики Казахстан в апреле текущего года издан приказ о недопустимости нарушений прав педагога. Таким образом, согласно приказу, не допускается привлечение педагогов его к видам работ, не предусмотренных в их должностных инструкциях. Истребование у него отчетности либо информации, не предусматриваемым перечнем документов, обязательных для ведения педагогами. Проведение проверок, не предусмотренных административным процессуальным кодексом Республики Казахстан. Возложение на них обязанностей по приобретению товаров и различных видов услуг. Однако, как отметили спикеры, права педагога не должны нарушать права и свободы других лиц. Так, законом Республики Казахстан о статусе педагога утверждены нормы педагогической этики и коллегиальный орган, рассматривающий эти вопросы. В целях оперативного выявления нарушения прав, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, а также сообщения о фактах несоздания безопасных условий для учащихся и воспитанников в организациях образования, в мессенджере Telegram создан чат-канал «Балакоргау». Если вам стало известно о вышеуказанных фактах, нужно направить информацию в данный час с указанием области, района, села и наименование организации образования.